Мы на одной базе, да, все? И на граностках, похоже. Да. Как обычно. Не понял. У нас задача защитить схрон, да? Или уничтожить ЧТКЗ. Да. То есть мы можем либо обороняться, либо в атаку пойти. Да. Да. Что будем делать? Половину обороняется, половину в атаку. Бред. Они просто схрон добьют и всё. Так можно схрон перепрятать и пойти в атаку. Да, я думаю, Кранотская оборонять вообще легко, рассосаться по периметру и всё. А можно взять схрон атаки с собой в атаку? А его можно передвигать? Наверное. Не знаю. А у них я метки не есть на схрон. Вообще, чего у противника? Какой транспорт? Естественно. 4 БТР. Я боюсь, что если мы схрон будем грузить в машину, если она даже у нас есть, то он пропадет, и миссия считает, что он уничтожен. Ну да, вот такое может быть. Визер. А уж... Мы как сделаем? Я за тобой буду ходить, ну потому что я помощник этого ракетчика. Окей, там есть. Карту берите. Короче, комплект пока нужен, 3 барабана выкинул, забирайте, мне не нужно. У меня там рюкзаки, Паш, можешь, 3 осколочных. А, это игрок. О, я на сошки поставил. Как так? Да, это игрок. Господи, бараны тут какие-то шарят. Стрельники? Вот эти гражданские. Да. Давайте его стрелим. Бери Карыча, найдите Карыча, дайте ему полететь. А частота какая? Они жрут, они его жрут уже. Какая? Нет, карты нет частоты. Я ударил. А где скрипт, кажется? Все, давайте, давайте. Ctrl-Shift-K жми, короче, и можешь овцу ударить. Вы их не застрелите только, ладно, давайте занимать по 5. Тяга, какой КВ-то? 108. Все, общая частота. Общая, 108. Ломайте их, давайте. Давай-ка расстрелим. Давайте съедим их, короче. Так, какая задача? Оборонять схрон. Кстати, надо найти его, где он сейчас находится. Так, овец убивать нельзя, да? Вот это сложно. Это гражданский, это же греки. Так, все ищем схрон. Где схрон? Да, в церкви. А что там в пусто? Ничего там нет, пусто. Ну его можно прятать, таскать. Бери, пошли вот так пусть. Можно забаговать в стенку, например. Мне за это не забанят. А Зоник не пришел? Не, ну сказать, что так получилось, и все, что за что забанят. Скажем, это баран запрятал в стенку. Они лежат тут, отдыхают. Давайте на баран погрузим, отправим куда-нибудь. Да-да-да. В атаку, например. А не говорите, что Короче, я от центра этой хрени в север буду смотреть. Северное направление. Не бейте овцу, пусть они, короче, ящик возьмут и унесут его. Но это будет очень странно. А это не важно. А, они не могут встать, короче, после того, как их ударили. Блин, забыл, как чё-то козылы. Никак мы. Смешные. Я тут на развалинах сижу. Так, вижу массовую технику с запада, парни, это с запада. Короче, с завода, где тракторный завод, они оттуда пойдут.
короче, возвращаться, да? Ну, тракторный завод, это который на карте на северо-западе. Возле остановки автобусной. От центра, короче, обороны, где это будет? От центра респа наш. Сообщи. Снайпер с ВД. Запада. Это Оуби. Убейте его, пожалуйста. Увижу, убью. Лишь с пулеметом в елке. Я там весь запад смотрю. Одного замочил, отхожу пока. Давай с того хвалу. Это была котлета. Все вместе. Паш, ты где? Я смещаюсь на запад со своей позиции. У тебя карта есть? Нет. Блин. Я чисто присидел, на запад пошел. Хочу РПГ хоть строить, пока меня не убили. Я их пошел голосом с его амбара, пока сбежать. О, так ты их держи у амбара, и Пашу пусть РПГшка придет. Тут их два. Коровник. Вижу какие-то коровники. О, вижу завод трактор. Так, хоу, кота довижу. Коровник пока не вижу. Он от завода где примерно? Похоже, он холм скрывает поближе, сейчас подойду. Я лежу прямо на склоне, они здесь не поднимутся, они пойдут прямо на нас. Угу. Катап там, смотри спину мне. Ой, кто стреляет? Наши. Наши. Так, ну, вижу катера наших, но не вижу да. Кого. А вот в эту, в ложбинку какую-то там убил. Собака? Карри, по-любому, пёс. Это Карри. Опа, ботинка вижу. Блин, зелёнка. Азимут. Граната. Ровно запад, зелёнка. Я приближаюсь к Тоби. В лесу собака бегает. Отстрелить, она им... На к ним, кстати, побежал. Что за разрыв? Кто гранаты кидает? Так, я пошел убивать его, короче, там снайпер был. Вест туда не убей. Гранаты, кстати, свой почему-то кидает. Зачем, не знаю. Трассерами сейчас кто-то убил перед Даркнессом. В ущелье в этом, да, там? В низинке люди. Это что? О, собака! Хата? Ты стрелял? Нет, не я. Это не он стрелял, это левее от него метр 200. Это по мне стреляли. Нет, это я говорю, кто стрелял? Трассерами. Это свой по Вестфуду, да, стрелял? Да. Да. Нет, там обе снайпер. Он дарт, собака бежит. Да. Пошел любить ее, че он, блядь? Так уж просто взять и зажать. Где он? Она где-то здесь бегала, у меня она мне вдруг понюхала. Вест, вот ты их видишь, не? Она говорила, что я вас не вижу. Паша, ты видишь меня? Видишь меня? Я вообще никого не видел. Я только от трассера видел наших куда-то в направлении на ущелье. На 300, на короче, их транспорт, грузовичок. На 300. Отлично, я звук. С тракторного завода.
Даже тише, еще подключи. Стой, 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 смотри. Че? Собака. Да я думаю, что собака. А магазин с приставкой ПП, это что за сия магия? Это противопехотный. Что за хрень, у меня меню отряда работает. Они где-то тут ходят, а тут собака бегать мешает. Ты, сейчас я ее вырублю. Не трогай ты. Есть ПП, броник пробивный. Это пехота. Они походу мимо нас прошли, уже поднялись. Блин, так, возможно я вырубил собаку, но... Может они на север ушли? Возможно. По-моему, да, потому что если никакой движухи. Вестер. Вест. Вижу движуху около этого грузовичка. Кто-то бежит к нему. К нему бежит кто-то прям. Азим. Примерно 320 от нашей респа. Ну, коробника, короче, где грузовик остановился. Не добежал кто-то. Еще там движуха за во дворе. Да, как во так дворе домика. Туда. У тебя РШГ же, Паш, жахни туда. Точно? Так, мы со спины отойдем. Паша, он спины слишком. Пристрелите случайно. Черт. Не долет. Красный амбар где? Убегай. Йока, спасай. Я пошел к ним близко. Короче, там 300 метров. Там отделение, короче. Да. Сейчас ГПшками дам им еще, у меня ГПшки. Не надо, блядь! Эта собака бесит, я убью сейчас. Да убей уже. Ты видишь, бегают там вот эти. Короче, собака меня сопровождает. Она тебя спалит, мочи. С локтя ее убью. Да пошла, рука же. Нет масок, да, на голове? Могут быть. Как это получить? Знаю, что у ЧТКЗ всегда черная маска была. Да, тут люди могут сами поставить себе. Кто ГПшит? Я. Понял, я сзади. И собака забегает. Кто сзади ко мне? А, ты видишь, я, да? Я у амбара красного колонии, короче. Паша, понял, да? Там кто-то налево бегает. Это я. У этих, блин, у врагов. Это я. И вы мне ГПшите. Да, это я, и вы мне ГПшите. Что ты делаешь? Это ФСТ, ГП. Убивать прошу, ёб... собаку убить. Молодец. Вот видишь, а ты говоришь, убиваю, убиваю. Тут карта и бинокль. И рация. Хрена ты крыта. Забирай и придаем привет от этих, от зеленых, которые защищают собаки. Все, ГПшки закончили. Короче, ты видишь движуху в этом амбаре. Блин, поражение. Сидит. Белом на первом этаже. Да, у меня. Бежал только что. Мне показалось, что это голова торчит. Значит, МП? СВД это не свое же, да? Свой, свой, это я стреляю. Да, нас же. Чутарство небесное любое. Бежал там один домик какой-то из амбара. Вижу, там. Выбежит на открытое пространство, умрет. Уже 300 метров. Откуда?
Да, 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 примерно. Лучше 400. У меня, короче, на гранаты есть, могу подойти в гранаты какие-то. Подойди. Иду. Он с красной крышей вам бороду? Нет, дальше ушел в домик, там розовая крыша какая-то. О. Ну можешь в амбаре еще кто-то есть. Если там бот из красной крыши через форточку на мою сторону смотрят, будет хреново. А что там у нас на базе происходит? Я срон. Барана лежит. И ящик будет. Да. Саша, это ты в ёлке забежал? Угу. Может быть я? Я под ёлкой. Не-не-не, именно забежал с гранатой в руке и с криком «Аллах Акбар». Может. Он бежит кто-то. Подбегаю к амбар. Вижу тебя. Парни, если что, снайпер, килли на меня не срубите. Я без штанов. Килли, килли только торс, без штанов. Кто бежит в сторону амбара из леса? Я. Вествуд, да ты извращенец без штанов в гиве. Ты свой Вествуд твой. А где все собственные? Походу тут кто-то есть в этом амбаре. Да нет тут никого! Есть, 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 есть! В каком граде? Красный, красный. Я слева от него захожу. Это не свой, у меня стрелка идет. У нас эмок нету, да? Есть. Слева еще, кто слева. Слева это я. У нас 300. А, чёрт. А, чёрт. Я пиндоса вижу. Труп. По-моему, только что врага прям... Тихо. Машина, по-моему, едет. У шишинки схрон. По-моему, возле военной базы сейчас была движуха, надо проверить. Я ранен, по мне ГП что. Бегаю на восток, у схрона враги. Бля, я пиндоса вижу. У схрона? Да, прямо у схрона, под ёлку убил только что одного. Бегу, 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 назад возвращаюсь. Не могу понять, свой сейчас ползет, нет? У них такая же форма, как у нас, только маски нету. Короче, огонь свободный. Friendly fire. Так, у нас калаша посыла нету, да? 74-й. Кто стреляет свои? Не знаю, убил кого-то, не знаю, вылили не свой. Слышишь, что у нас один? Кто стреляет? Нет, я стрелял. Сэй, живой? Кто в ёлке сейчас сидит? Я. На восток бежит. Не низу, смотри, наш, не наш лежит, не могу понять. Собаку убили. На восток кто бежит по склону. Поднимаюсь, РПКшка я. Я не вижу такого стрелка. Я убил чувака без маски, значит это не свой был. Да кому ты заливаешь? Нет тут никого! Ой, это пиздец. А, Рома, вот у них зеленая там, да? Это я ПЗ не убил. Азар, ты не очень, а Карась КВ-ху проронил, бэ. Так, по-моему, там я вижу врага, вот это цель вижу.
нас идея. Давай с пулемета подгоним грузовик и с пулемета взорвем грузовик. Под елкой лежит на запад, смотрит. Свой не, если молчишь, стреляю. Да, я убегаюсь еще. Так, давай, вижу, блядь. Давай подгоним к этим к амбару красным. Да. Грузовик из пулемета ты ему крутишь. Да, мы сейчас взорвем амбар. Нормально. Азарт, ты на скот что ли проехал? Нет. А, нет. Просто. К другой стороне. Убил. Спасибо. Так, ни хреново, я без ног. Да. Что там есть еще кто? Не знаю. Сейчас проверять будем. Ой, это чисто. Он один был. Я тут вот рядом с вами, амбар. Все, амбар чист. Я тут гиллер рядом с вами. Понял. Сейчас надо проверить этот маленький. Слушай, там еще амбар. Там еще амбар на дороге, там чувак сидит позади. Понял, ну сейчас вот мы взорвем в этом шишигой этот амбар и все. Какой амбар? Где он? Короче, тут недалеко. Да, он самый, там сидит чувак. Сюда залит. Нет. Кончилось. С правой стороны. В коровнике или в там дальнем? Да, я подаю сюда. Понял, выгоняем машину туда. Сейчас оно будет тепло. Пулемет еще есть? Живо? Ух ты ж, ё-моё. Оттуда огонь. Все, что ли, взорвали нас? Да. Взорвали. Что, победили, да?